Мы находимся на территории биолаборатории «Фармбиотест». Рядом с нами находится здание, это предприятие «Микрохим». В этих палатах содержались добровольцы, которые проходили клинические испытания препаратов. Вот тот же самый спрей АПЭЙ на основе налфубина. Уже с другой датой, номером опыта. И его тут вот очень большое количество. Еще перекалывались этим налбушином. Вот налбушин и себе там по мышце. Старей, выйдешь? Я бачу, там пробои иногда. Очень часто от наших бойцов мы слышим рассказы о том, что ВСУшник идет без руки, без ноги, идет в атаку. Это является одним из побочных действий данного препарата.